Татьяна Петровна, амвеевскую зубную нить пожертвовала. Для красоты. Не беда, что забыты ленточки для шариков. Главная ценность этого дара – не оформление, а то, что станет содержанием. Спецгазель – подарок от города семье Ветровых. На этот автомобиль финансовые средства выделили многие предприятия города Новый Уренгой. А непосредственно покупкой этого автомобиля занимался фонд развития города. Мы, конечно, приложили очень много усилий для того, чтобы автомобиль был именно такой, как хотела вот эта наша семья. Специально для семьи, где много детей, автомобиль восьмиместный. Цвет заказывали серебристый, чтобы не сильно пачкался. Заказ пришлось долго ждать, но он подоспел как раз вовремя, в день защиты детей, в самом начале лета. Нам очень приятно по поручению главы вручить этот автомобиль. Знаем, что у тебя права есть. Ну, я уж не знаю, там надо ли переучиваться или нет еще дополнительно, но я думаю, это не проблема, разберетесь. Поэтому... Ну что, я хочу сказать, что символично, что в День защиты детей вот нам удалось это спланировать этот подарок и оказать максимальное содействие вашей семье. Я думаю, что в этом заинтересовано и руководство округа, и руководство администрации города, чтобы создать все возможные условия, чтобы было у вас все комфортно. В придачу к подарку конфеты с фруктами, но Ветровым интересно примерить главную обновку. Фонд развития города старался, чтобы вам было здесь уютно, комфортно в этой машине. Не нужна особая логика, чтобы уловить главное преимущество заказного автомобиля в сравнении с машинами стандартной комплектации. По очереди надо ездить. А эту машину все сразу вместе утягивают. Машина вряд ли будет простаивать. В дружной семье даже младшие знают, где применить полезный подарок. Чтобы когда-нибудь там ездить, например, в отпуск, какие-нибудь крики там куда-нибудь. Магазины. Теперь можно всей семьей в отпуск на родину родителей в Воронеж. В марте у Ветровых стало одним ребенком больше. В молодой семье старшего брата и опекуна Александра родился сын Валерий. Но сочувствия по поводу новых трудностей они не принимают. Там, где многодетность, не тяжкий крест, а Божье благословение, дети лишними не бывают. На данный момент как бы все, слава Богу, и материально хватает. Так поддерживают, помогают полностью и сторона главы города, и муниципальная, полностью и с работы. Город и предприятия, в общем, поддерживают. Да, полностью поддерживают нас, помогают во всем. Нужды не имеем. Хлеб, соль, вода всегда есть на столе. Главный вопрос жилищный с помощью округа решился. Недавно Ветровы отметили новоселье. И на столе гостеприимной семьи не только хлеб, соль, но торт, чай и фрукты. Безвременная гибель родителей не оставила равнодушным город. Новоуренгойцы разделили с Ветровыми их горе и готовы умножить каждую, даже маленькую радость. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей «Импульс».